Несмотря на будний день, в городских храмах сегодня прошли торжественные службы. Под своими сводами собор Михаила Архангела собрал десятки прихожан. Они пришли молиться о любви, семейном счастье и сохранении брака. Для семьи Ступеньковых день святых Петра и Февронии, которые являются олицетворением крепкого брачного союза, день особый. Каждый год, 8 июля, они обязательно приходят в храм. Ну, это праздник, когда можно еще раз вспомнить о семье, помолиться за счастье семьи, за счастье всех семей, чтобы люди были все вместе, всегда была поддержка и опора. Вот очень такой светлый праздник, радостный. После службы большой колонны прихожане из храма вышли крестным ходом. Большое церковное шествие завершилось на площади у ЗАГСа, где установлен памятник Петру и Февронии. Супружеский союз этих святых считается образцом христианского брака. Они выдержали все испытания судьбы и стали воплощением уважения и преданности. Они умерли в один день, и даже после смерти, захороненные в разных местах, как гласит легенда, оказались вместе. Праздничный молебен продолжился возле памятника святым. Гостей поприветствовал Анатолий Пахомов. Глава Сочи отметил, для города День Петра и Февронии, День любви и верности – это один из самых важных праздников. Ведь все начинается с семьи. Благополучие и счастье большого города, маленького населенного пункта, большой страны зависит, конечно, от счастья отдельной семьи. Власти города делали и будут делать все для того, чтобы создавать благоприятные условия для того, чтобы семьи стали счастливыми. То есть создавать материально-техническую базу спорта, благоустраивать город, строить детские сады и школы. Только с начала года в городе уже сыграли 2000 свадеб, родилось 3690 детей. 116 сирот обрели семью. Сегодня Сочи можно без преувеличения назвать городом семейного счастья. Выйдя из церковного календаря, День Петра и Февронии как день любви и верности шагнул в каждую семью. Несмотря на то, что этот праздник относительно молодой, он уже имеет свои традиции. Одна из них – самым крепким семьям. Те, которые прожили много лет вместе, пережили самые разные события, но сумели сохранить любовь и верность, вручают медали. Таких в этом году будет две. Это семья Шелковниковых и Еремян. Они прожили в браке 59 и 67 лет. Всего же за любовь и верность в Сочи отметят десятки крепких брачных союзов. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.